Называется. Начато. Зов Боэтии. Как долго там читать? Найти святилище. Святилище. Ладно. Ну вот и все. В принципе, пролистали. Кому интересно, можете почитать. У меня, к сожалению, пока нет желания там несколько страниц изучать. Так, ну, пещерка меня как-то это немножко смущает, которая здесь есть. Пещера Волчий Череп. Но думаю, что стоит очистить. Давайте сейчас займемся тогда уж раз по ходу, так по ходу. Поэтому пойдем. Главное, чтобы Лидия там тоже от нас не отставала. Вперед. А, подождите, я не хочу, чтобы... Подождите! Жди, жди здесь, хватит идти за мной. Хорошо. Встретимся позже. Встретимся позже. Так, и встретимся мы с ними здесь, но опять Лиду надо вызывать. 2094 Move to Player. А, вот есть уже эта команда. Вот. Отлично. Так, и здесь ей тоже скажем, жди здесь. Тогда а вот поэтому здесь. Она не шла за нами, потому что мы ей сказали ждать. Ну вот, пусть они сейчас вместе здесь тусуются, я пока пойду в Волчий Череп и посмотрю, что к чему. Так, плюс стрелковые атаки, там, по-моему, втрое больше урона у нас наносят. Да, друзья? И скрытность мы немножко прокачали, там на 30% нас сложнее обнаружить. Так, будем идти аккуратненько. Главное, не встать ни в какие ловушки. Было бы очень неприятно. Посмотрим. Так, надеюсь, здесь будет все в порядке. Так, а здесь вот, как видите, ничего интересного. Какой-то непонятный тупичок. Так, грибочки, мои любимые. Выпил три пива, прыгнул некрасиво и вымолвил эльфу прощай. И все было... Да он мумий-тролль напевает, походу. А мы сейчас сверху пойдем. Я с тобой не справиться. Ну вот так вот. Там я, правда, не обратил внимания, какой там урон был, но вроде неплохой. Давайте обыщем его. Золотишко, стрела и в остальном говно какое-то нам не нужное. А грибы будем собирать. Я тут все собираю, мухоморы обожаю. Так, а все? Или кто-то еще тут может быть сейчас? Какая-то дверь непонятная. Я думаю, что там внутри, кстати, кто-то есть. Ага, вон один сидит. Я надеюсь, он нас не заметит. Ну-ка, давайте. Или поближе подойти, с кинжала его шмакнуть. Ладно, давайте вот так вот. Разбойник. Падай, гаденыш. Он меня, кстати, не видит. Странно, почему. Ну вот и все, завалили его. Стрельба повышается до 31. Но там уж можно и атаки прокачивать. Как только получим соответствующие очко способности. Так, у него что здесь? У него есть монетки. Монетки, окорока. Смотрите, сколько у них вина, алкаши, блин. Так, осмотреть горшок. Горшок пустой, но он, видимо, только что отобедал. Ну, ладно. Тогда чего? Давайте заходим внутрь, в эту деревянную дверь. Так, сделаю F5-ка я, пожалуй. От греха подальше, так сказать. Ну, ладно, снова возьмем лук. Так, стоит ли натягивать тетиву, не знаю. Главное, что тут троллей не было. Так, вон он. Красавчик стоит. Отлично, мародер. Вау! Громила? А ну-ка отвали. Слушайте, нормально она меня мимо снимает-то. Ага, мимо. Так, зелье надо пить срочно. На зелье лечения. Вау! Ну-ка натягиваем. Ну-ка, до свидания. Пошла вон, тварюга. Вау! И снова надо зелье пить. Ладно, выпью зелье, я просто понимаю прекрасно, что мы так растрачиваем немножечко и совсем рационально. Ну ладно, ничего страшного, ничего. Думаешь, ты можешь... Ну-ка, с этой разобрались. А тот пока сюда добежит, пока то, пока сё. Сейчас мы тоже с ним разберемся. Он где-то здесь хочет меня порезать. А он, кстати, тоже с луком, смотрите, мародер. Ах ты гаденыш, этакий. Отлично. Ну вот сейчас мы с ним как раз таки побьемся издалека. Прикольно. Ух ты, гад. Смотрите-ка, попал неплохо, между прочим. Главное, что он ближе не подходил. А
мародер, он такой, достаточно сильный. Я, в принципе, могу ее сейчас колдовством воскресить. Так, ну-ка. Отлично. Я в него попал. Урон холодом давай. Давай, бей его. Все, блин. Больше ничего не умеешь? Че он меня дразнит? Вот гаденыш, а. Мимо. Сейчас мне еще восстановление должны прокачать обязательно. Поэтому, ладно, раз уж есть время, поиграемся с ним сейчас. Да что ж ты, гаденыш такой, а? Он не может долго держать, я так понимаю. Уес. Слушайте, а он, кстати, мастер, надо признать. Кстати, он может меня реально замочить. Так, ладно, может, хватит с ним играться? Мне уже реально поднадоело. Вот так вот. Вот и все. Так, здесь мы ее обыскали. Давайте теперь его посмотрим. Что с ним можно сделать? Такой странной позе он у нас замер. Так, имперский лук. Нафиг он нам нужен. Сейчас еще восстановление возьмем. Полностью. Не хотят нам прокачивать, видите ли. Ладно, берем лук. Ну, сами понимаете, они такие достаточно сильные. Сильные противники. Так, а вот здесь у нас что? Они охраняли тут сундук. Я так понимаю, хотя... Что они тут стояли, о чем они беседовали. Было бы также интересно узнать. Вверху. Вверху проглядывает очень круто свет. Здесь какой-то лед, я так понимаю. Кстати, очень круто выглядит. Вот, но после кодирования видео, конечно, выглядит он немного по-другому, похуже, так сказать. Здесь посмотрим сейчас карту. А ну вот, и в общем-то, и все. Мы дошли до конца. Двемерская стрела, золото, одеяние эксперта с школы. Изменения. Глядите-ка, друзья. Магия восстанавливается на 125% быстрее. Хм. Вот это вот, кстати, интересно. Но при этом заклинание изменения расходит на 20% меньше магии. Может быть, сейчас вместо одеяния архимага мы вот эту штуку оденем. Давайте будем смотреть сейчас. Обруч настоящего изменения и стеклянный лук. Убывание. 14 килограмм весит эта штуковина. Вот, но я думаю, что брать все равно не стоит. Пусть он остается здесь. Маги нам попадаются достаточно редко. Сейчас посмотрим, кстати, по одежде. Одеяние архимага. Одежда. Смотрите, плюс все заклинания расходят на 15% меньше магии, плюс 50 единиц магии, плюс 100% к скорости восстановления магии. Поэтому, конечно, одеяние архимага намного круче. Вот, так, только что здесь были, и, может быть, можно было бы, конечно, здесь как-то выбраться, но иного пути отсюда я не вижу, кроме как возвращаться по тому же маршруту, по которому мы с вами и пришли. Может быть, здесь, нет, здесь, смотрите, мы, кстати, по-моему, осматривали его, да, осматривали, может быть, с этой стороны, может быть, просто стоит посмотреть карту, нет, придется возвращаться, друзья. Так, отлично. Ну, в стелсе играем неплохо. Единственное, надо что-то со стрелами делать. Можно ядом их обмазывать, тоже для увеличения урона не помешало бы. Ну, на всякий случай, у нас, как вы видите, есть всегда магия, поэтому не думаю, что по этому поводу стоит, в принципе, волноваться. Мы поднимаемся в Скайрим и в основном продолжаем путь к Морозной пещере. Ну, а где наша псина? Куда псина делась? Мы выступаем? Следуй за мной, Лидия. Как скажешь, Тан. Я буду защищать тебя ценой своей жизни. Спасибо. Это мы уже и так знаем. Ну, в принципе, псина говорил о том, что он может встретиться с нами позже. Поэтому не думаю, что стоит волноваться, что в какой-то важный момент он не придет. Он, наверное, нас там как раз у этой морозной пещеры и будет ждать. Давайте посмотрим, как далеко нам идти. Вот здесь какая-то, смотрите, развилка. Думаю, что есть смысл вправо туда завернуть, посмотреть. Может быть, какую-то интересную локацию мы там найдем. Так, барана гасим. Блин! Или это козел? Ну ладно. 101 стрел, кстати, осталось. Это не совсем большое количество. Нужно за ним следить. Тут сам в один прекрасный момент они закончатся, я и не замечу. Ну вот она, наша развилка. Предлагаю повернуть вправо. Так, ну, с Лидией тормозить я не буду. Пойдем с ней вместе. Здесь, естественно, будут разбойники. Раз тут разрушенная локация, то каких-то
добрых людей здесь не стоит ожидать увидеть. Вот нас пока никто не видит. Давайте-ка сейчас попробуем туда.